В 2017 году в Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования начал свою работу детский театр «Радуга», в котором принимают участие дети в возрасте от 5 до 11 лет. Идея принадлежит директору Института психологии и образования Айдару Минимансуровичу Калимуллину. Именно он предложил создать на базе института такой детский театр, для того, чтобы мы могли создать условия для развития творческих и актерских способностей детей младшего школьного возраста. 24 марта состоялась премьера спектакля «Счастливая, счастливая, невозвратимая пара детства», посвященная 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Готовились по субботам, а главные репетиции были на этой неделе, в среду и пятницу. Мы тут учимся выступать в театре, мне он больше всех театров нравится. Дети дошкольного и младшего школьного возраста пробуют себя в самых разных ролях, показывая актерские способности и мастерство перевоплощения. Мы будем также танцевать вальс, мы будем петь песенку «Маленькая страна» и много другое там тоже будем рассказывать роли. Очень интересно, всем понравится. По словам организаторов, театр способствует развитию творческих способностей младших школьников, вовлечению детей в мир театрального искусства и литературы. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.